снимать продолжение следующий день. Сейчас будет подвигать трейлер. Он заезжает. Приехал с офиса человек. Офиса трейлер-парка. I help you. Hi, my friend. How's it going? Hi. La vamos a ver otra vez, señor. Que la quiere mover más para allá un poquito. Thank you. Yeah. Так, вот он наш главный руководитель процессом. Ну, мы сейчас двигаем трейлер, надо просто немножко изменить угол трейлера. Одна сторона будет чуть ближе, но зато он сдвинется ближе к лесу. Вот, на 3 фита, на 1 метр. Okay, that's good for there. Just a second now. Good. Oh. What do we need? You want to pull those. Oh, those? Yeah. You want to pull that block out? Right here? No, just oh. Yeah, just take it out. There you go. Thank you. You ready? Yep. Васька уже разведывает местность. Как тут? Нормально. Нормально. No, down. Yeah, you want to take? Yeah. There you go. I'm sorry. Посмотрим, насколько это получится.
Так, не получилось нам сблизить этот угол. Сейчас он вперед потянет и еще раз попробуем сделать это. То есть здесь этот угол, расстояние здесь хорошее, 8 фит, а там должно быть 6. Так хочет хозяин этого трейлер-парка. Что же делать? Одно колесо вообще спущено. На ободах практически. Это совсем что-то близко. It's too close. Ага. Yeah, it's like 4 feet maybe. Yeah, 4 feet. Yeah. So back. But I can pull up just a little bit. Yeah. I forgot I was driving a van. I couldn't see him. Oh yeah. In my mirror. So then I turned around, and there he is right there. Thought, yeah. You dummy. All right, well, I'll pull ahead just a little bit. Yeah. How are we looking back here, okay? Yeah, back it's okay. Oh, yeah. Here, man. How many feet here? It's like 9. Okay, 9.3. Smart aleck. Awesome. I love it. Ну, вот здесь на трейлере даже уровень есть. С двух сторон. И вот там тоже. Очевидно, чтобы выставлять по уровню домкратами. Которые вот здесь постоянно снизу приварены с четырех сторон. Здесь домкрат. Коммуникация здесь, канализация, очевидно. And then we'll come, then we'll pull back to here. Так, очередная попытка. Так, подвинули мы, ребята, вот здесь уровень тоже есть такой вот. I would like to come back another foot. Come back a little bit? Yeah, foot. One foot? Yeah, just a second. Yeah, we can do it. I'm gonna... Все, вот так вот он будет стоять в той точке. 5 feet, то есть 1.5 метра где-то. Чуть больше. А здесь где-то 10 feet даже. Отлично. Хорошо. Ну тут будет еще экстеншн. Это выдвинется вот так где-то будет. Ну ничего страшного, зато теперь оно не мешает моим дверям даже. Больше места.
То есть в стороне я могу дверь использовать спокойно. И вид с окна получше теперь. Уже вообще не буду видеть трейлер. So this perfect. Yeah. Yeah, I think we're good. We're good. Oops. Yeah. Sorry. Yeah. Almost fell over. That's good. Ты весь нос уже у тебя в воде. Ну все нормально, мы занимаемся установкой трейлера в уровень. То есть работа идет, простоев нет. Ясно. Утоляет жажду. Так, значит, тут мы поставили такие вот блоки между колес. Трейлер сзади. И сейчас пытаемся в уровень выставить. Ну вот, ребята, они выставляют трейлер в уровень, и получается такая же самая ситуация, как с моим мобилхомом. То есть по обшивке уровень один показывает, а по раме другой. Не знаю, наверное, они все-таки по раме будут выставлять или что-то среднее выберут. Ну, старые трейлера, понятно, все уже перекошено с годами. Да, вот дети бегают, прыгают. Васька где-то убежал, скрылся. Забот мне добавилось, конечно. Ну, зато и скучно не будет. А что делать? Жизнь такая.